программы системы просчета не запустила процесс автоматического повышения давления в кормовом соединении одного из ракетных двигателей, что повлекло за собой возгорание кольца и синтетические резины, герметизирующие сегменты ракеты-носителя. Сгораемое топливо устремилось в прогоревшее отверстие уплотнительного кольца, прямо в топливный бак главного ракетного двигателя. Субмедэксперт постановил, программа стоимостью 4 миллиона долларов дала сбой и является подделкой. Всеми силами милиции и ОМОНа удалось задержать целую банду малолетних преступников, причастных к этому инциденту. Среди задержанных главинженер Александр. Как на инженера, ответственность за автоматизацию выпускной системы корабля тоже легла на его плечи. В сговоре со своим сотрудником Дмитрием, обладая столь крупной суммой денег, не смогли устоять перед соблазном, чтобы провернуть крупнейшие махинации по внедрению пиратской продукции в систему, что стоит гораздо дешевле оригинала. Дмитрий связался с группой программных хакеров, в числе которых Вячеслав Владимирович, Алексей и Александр. Также предложил им солидную сделку стоимостью 2 миллиона долларов. Мошенники работали под прикрытием. В сговоре с высокопоставленными людьми Михаилом, Сергеем, Александром, Олегом и Виктором за счет сэкономленных средств организовали нелегальную зимнюю гонку среди добровольцев, которую, так же как соучастники преступления Михан, Колян и Настя, Даша, Аня, пытались замести следы крупной махинации Виктора, Ивана, Саши, Даши, Наташи и Нади, которые проиграли часть государственных денег крупному контрабандисту Ивану, также находится среди задержанных. Против всех этих людей возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Махинации в особо крупных размерах». Волна массового протеста против задержания выступила с лозунгами и просьбами о досрочном освобождении злоумышленников. Ведь все эти люди в фильме «Говнёвка» — реальная тема. But oh!